И снова здравствуйте! С вами Девятка, шоу о лучших голах недели чемпионатов Pinkoff Sports Projects. Отгремела футбольная неделя, и эта неделя прошла под эгидой плохой погоды. Снежный покров, дожди, скользкое покрытие, лысые кеды футболистов. Все это привело к увеличению брака в игре. Голы получались не такими красивыми, как ранее. Ну, это мое субъективное мнение. Среди всех тех забитых мячей я отобрал 9 самых лучших и предлагаю прямо сейчас начать с 9 места. На 9 месте сегодня игрок команды Ozon.ru Дмитрий Винокуров, получив пас из-за боковой линии с розыгрыша аута от своего партнера, Дмитрий посмотрел, не торопясь прицелился и отправил мяч с левой ноги в нижний угол ворот. Хороший удар, хороший гол. 9 место сегодня. Дмитрий, мы вас поздравляем. На 8 строчке сегодня Юрий Байков. Одним движением он оставил двух своих соперников позади, отклеился и пробил самым настоящим пыром с носочка, когда в нижний угол вратарь был уже бессилен. Юрий Байков, команда Антсервис, 8 сегодня. Есть такой замечательный глагол в русском языке «нырять». Он имеет определенное значение, связанное с водой. Однако это слово также нашло употребление в футболе. Связанное с симуляцией, ну вы прекрасно знаете, все футбольные люди, если вы смотрите данную рубрику. Иногда футболисты ныряют не для того, чтобы заработать штрафной, а для того, чтобы отдать филигранную передачу. Дорогие друзья, на 7 месте сегодня человек с футбольной фамилией, а может быть и с космической, Артем Титов, игрок команды Мегафон. Посмотрите на этот гол. Шестой сегодня игрок команды ДИП 2000. Вячеслав Серегин примерно с 16 с 18 метров наносил штрафной удар. В стенке стоял один человек и не составило особого труда для Славы обвести игрока, стоящего в стенке, и отправить мяч в ближний угол. Вячеслав Серегин, ДИП 2000, 6 место. Потрясающая стенка, разыгранная Максимом и его партнером, вывела Макса один на один, и тот хладнокровнейшим образом разобрался с вратарем и попал в нашу девятку на 5 место. Максим Бугачев и замечательная футбольная стенка. На 4 месте сегодня Юрий Швыдченко, команда Кроп. Увидев свободную зону, он молниеносно в нее ворвался, при этом партнер увидел это подключение и из-за боковой линии сделал самонаводящийся навес прямо на голову Юрия. И Юрий не просто подставил голову, а он шикарно пробил, не оставив никаких шансов голкиперу. Юрий Швыдченко сегодня на 4 строчке, но Юрий забил еще один мяч, и он тоже красивый, и он тоже примечательный, и, как правило, я такие мячи беру в свою рубрику. Поэтому сначала первый гол на 4 месте, а второй небольшой послевкусие. Юрий Швыдченко, Кроп.
Watch this. Трава была зеленее, небо голубее, вода чище, девушки красивее. И футболисты были интереснее, нежели чем сейчас. А именно, я хочу вспомнить одного. Зинедина Зидана, замечательного футболиста, чемпиона мира, чемпиона Европы. Он оставил след в истории не только своим ударом головой в грудь Марко Матерацци, а еще и финтом, который назван в честь Зинедина, в честь великого Зизу. Так вот, на третьем месте сегодня Махов Даниэль, игрок команды «Спецстройинжиниринг». Его партнер сделал пресловутый финт Зизу, оторвался от двух опекунов и сумел проковырять передачу на Даниэля. Третье место. Большой шаут-аут летит Зинедину Зидану и ребятам из команды «Спецстройинжиниринг». Watch this. Центр Внуково и Зайцев Андрей сегодня на втором месте. Его команда проигрывала 2-0. Рольф позволил себе нарушить правила в опасной близости от ворот. К мячу подошел Андрей Зайцев, и на результат я предлагаю посмотреть. Второе место. Автоспеццентр Внуково. Андрей Зайцев. Watch this. Триумфатор и чемпион. Номер один сегодня. Игрок команды ДИП-2000 Дмитрий Чумарков. Дмитрий, получив пас от своего партнера, приметился, настроил свою самонаводящуюся пушку и отправил мяч в девятку. Первое место нашего шоу. ДИП-2000. Дмитрий Чумарков. Watch this. Спасибо, на этом я с вами прощаюсь. Рассказывайте своим друзьям, показывайте своим одноклубникам наше шоу, хвастайтесь своими голами и, конечно же, будьте здоровы, дорогие друзья. До новых встреч. Меня зовут Грант, я по-прежнему с вами.